А вы знаете, что памятник борцам, павшим за коммунизм, изначально стоял на площади Советов? Правда, сначала на его месте находился памятник борцам за свободу. Его открыли в 1923 году. На строительство собрали 5347 рублей и 79 копеек. Но по факту он обошелся почти на 1000 дороже. Правда, простоял недолго. Уже в 1926 году здесь начали строительство гранитного монумента борцам, павшим за коммунизм. Символизирует он интернациональное братство трудящихся нашей страны. Вскоре вокруг памятника разбили сквер. Но в 1970 году монумент, в народе известном также как шпиль, перенесли на площадь Революции. А на месте сквера появилась площадь уже с другим памятником — Ленину.